Здравствуйте, мои дорогие родители, мама и папа. Примите от меня пламенный привет и от всего сердца пожелания здоровья, силы и счастливого благополучия. Мама и папа, вы обо мне сильно беспокоитесь, но я знаю, если суждено мне погибнуть, то я готов. Если я погибну, то только геройской смертью за свой народ, за своих родных, за свою родину. Вчера вел бой, а к вечеру пришел домой и вашему письму сильно был рад и очень радостно читать письма от своих родных. Пишите чаще. Письмо от майора Александра Кожушко родителям, Сталинградскую область, село Погромное, 17 августа 1942 года.